Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте, Дамир. Хочу поговорить с вами о карьере. Скажите, пожалуйста, вот когда молодой человек выбирает свой карьерный путь, на что ему следует ориентироваться? Мы знаем, что есть визуальные признаки, которые лежат на поверхности, отпечатки пальцев, форма ушной раковины, физиогномика человека. Есть профориентированные тесты, есть консультанты по профессиям, которые прогонят человека через много-много тестов и расскажут о нем, какой он, что он, где он. Два. Есть внутреннее самоощущение человека, что я должен быть художником. А художник, например, неприбыльная профессия, скажем, мало художников, которые много зарабатывают. Или многие люди хотят быть музыкантами, кто-то хочет быть визажистом. А это все профессии, которые не гарантируют высокого дохода. Ну, как считается, например, что юрист много зарабатывает, поэтому нужно быть юристом. Мы понимаем, что далеко не каждый юрист много зарабатывает, но тем не менее. В основном адвокаты. А на что нужно обращать в первую очередь внимание молодому человеку, который ищет, куда приложить свои усилия, свое рвение для построения карьеры? Ну, давайте мы так, мы разграничим. То, что касается человека молодого, который ищет себя в этом мире, то, конечно, он должен ориентироваться в первую очередь на свои ощущения. Чем бы он хотел заниматься, да, то есть от чего он испытывает драйв, кайф, то есть что доставляет ему в жизни, какая деятельность доставляет удовольствие. Если мы говорим про специалистов кадровых служб, про людей, которые профессионально занимаются либо участвуют в отборе кандидатов, то здесь биометрические методы, они часто очень хорошо помогают. И биометрические методы, и дерматоглифические методы. Дерматоглифика – это, да, наука, которая изучает рисунок на подушечках пальцев. И интерпретируя этот узор замысловато, да, мы знаем, что нет даже двух одинаковых узоров, даже у близнецов. У них разный абсолютно узор. Она может, эта наука, нам четко сказать, что человек склонен к той или иной профессии, чем ему стоит заниматься, чем не стоит заниматься. То же самое биометрические технологии, например, анализ ушной раковины показывает нам четко совершенно, да, к каким областям деятельности человек склонен, не склонен, показывает плюс-минус его психотип и так далее. То есть я хочу сказать, что с точностью не 100%, но эти методы, дополнительные методы диагностики дают очень хорошие результаты, как такое хорошее дополнение к классическим методам. Но людям, которые оказываются в процессе выбора, а особенно если это люди, которые уже успели поработать на одном, на другом, на третьем месте работы, постепенно набираясь опыта, да, там, до 23, до 25 лет, мне кажется, им стоит ориентироваться на три вещи. Первое – это их начальный опыт, это бэкграунд. То, в принципе, где они уже работали, опыт, который они наработали, что они хотят дальше развивать. Следующий, второй момент – это то, от чего они реально получают удовольствие и драйв, потому что без этого просто невозможно. И третий момент, нельзя недоучитывать наше время, потому что мы живем в время быстрое, время денежное. У нас часто очень, так сказать, решают бюджеты многие вопросы. Поэтому очень важно понимать, какие ниши востребованы на рынке. Вот если совпадают три этих признака – бэкграунд начальный, ощущение чувства драйва и ощущение того, что то дело, которым вы занимаетесь, востребовано, конечно, то, безусловно, надо заниматься этим делом. Но это три признака. То есть очень сложно, когда на какой-то один из признаков ориентироваться, можно ошибиться. А когда мы строим карьеру, мы выбрали область. Да, мы выбрали область. Мы сказали, что да, будем заниматься каким-то делом X. С чего стоит начать карьеру? Несколько вариантов пути. Вот я как вижу сейчас. Это идти в крупную компанию, которая специализируется на этом деле. Лидер рынка. Второе. Это, ну, маленькая компания, которая неизвестно, будет когда-нибудь лидером, не будет. Может быть, какое-то семейное предприятие, где можно безопасно попробовать себя. Маленький свечной заводик. Маленький свечной заводик. И третье – это начать свой собственный проект. Вот как бы вы порекомендовали? Как бы я поступил в этом случае? Что бы я порекомендовал? Даже не порекомендовал. Да, как бы вы поступили в этом случае?
Я думаю, что я, наверное, попробовал бы свои силы в начале. Ну, если бы я был человек молодой, только что закончивший вуз. Да. Если бы у меня не было стартового капитала, например, да, опять же, это не какой-то единый рецепт. Я попробовал бы себя в роли вначале наемного сотрудника в той области, которая меня интересует. Я выбрал бы компанию, которая дает наибольшую, скажем так, свободу для развития. В данном случае мы абсолютно не говорим о деньгах, потому что на начальном этапе очень сложно получить высокооплачиваемую работу, потому что, ну, просто вы как персона не представляете интереса большого профессионального для работодателя. Я поработал бы 3 года, высосал бы из компании, ну, в хорошем смысле, да, полностью отдаваясь процессу, знания, умения, опыт, получил бы нужные связи, получил бы нужные алгоритмы работы. А дальше я бы решал мне перейти в следующую компанию, которая оценила бы, скажем так, по, ну, заслугам адекватно мой уровень и выплатила, и, скажем так, оплачивала бы мой труд адекватно рынку. Я остался бы в этой компании, продолжал бы делать какую-то, там, не знаю, либо горизонтальную, либо, скорее всего, вертикальную карьеру. Либо я начал бы свое дело, если я чувствую, как молодой предприниматель, что вот я просто без этого не могу, я чувствую, что я могу это дело начать. Что бы вы порекомендовали человеку, который не молодой мальчик, не молодой специалист, ну, скажем, человек в возрасте 30-35 лет, который, ну, достаточно успешно развивается внутри компании, но понимает к определенному моменту, что то, что он делает, не заводит его. Он понимает, что он добился, с одной стороны, высот определенных, то, что ему профессионал, состоявшийся профессионал, но не цепляет. Нет чувства удовлетворения от деятельности, которую он реализует. Что делать в этом случае? Тут 2 пути. Если этому человеку просто некуда дальше расти в рамках определенной компании, и он готов дальше продолжать работу по найму, то, наверное, надо было бы просто выйти на рынок труда и найти себе более подходящую работу, которая даст больше свободы и которая будет способствовать дальнейшему карьерному росту. Ну, условно говоря, там вы были коммерческим директором, стали генеральным директором, были генеральным директором, вас взяли в партнеры в компании. Ну, понятно, да? Если вы понимаете, что вы не можете достигнуть на данном рынке, так сказать, высот дальнейших, и просто рынок либо достаточно узкий, либо вы понимаете, что, ну, просто есть потолок определенный по каким-то внутренним возможностям, надо, наверное, задуматься действительно о карьере предпринимателя. Понятно, что существует несколько типов людей. Предприниматели от природы, да, которые постоянно находятся в поиске, как, собственно говоря, получить чистую прибыль, где-то получить доход. Это предприниматели от природы. И, конечно, какие-то обстоятельства, стесняющие их в выборе, в деятельности, они будут действовать очень угнетающе. И рано или поздно такой человек оставит работу по найму и все равно выйдет в свободное плавание. Поэтому здесь единых рецептов нет, просто если это настолько тяготит, и человек готов, имеет возможности, в том числе и финансовые, да, потому что часто бизнес требует достаточно серьезных вложений. Да? Если человек чувствует, готов начать свое дело, то, наверное, просто надо его начинать. Какие 3 важных компонента при построении карьеры важно держать в голове? Вот так. 3 компонента. 3 ключа к успешной карьере. 3 ключа к успешной карьере. Все 3 ключа будут касаться людей. Это грамотная система, правильная, стратегически правильно выстроенная система поиска союзников. Абсолютно в разных категориях, среди равных, среди наставников, среди учеников. 2 момент – это создание проектов. Под проектами мы понимаем абсолютно разное образование. Это может быть какая-то благотворительная компания, организация, да, с очень благородной миссией. То есть это, безусловно, вполне определенные проекты. Проектом может быть и книга, проектом может быть и какой-то, так сказать, там, более-менее крупный портал. То есть какое-то дело, которое создает личный бренд. Которое создает личный бренд, и самое главное, оно создает не только личный бренд, оно притягивает других людей. Потому что все пункты, которые я буду перечислять, они будут все касаться именно людей. Какое-то системообразующее дело. Да, системообразующее дело. И третий пункт – это дело, где вы
сможете стать незаменимым посредником между разными сетями неоднородными. Вот это как раз то, о чем мы говорили на прошлом тренинге, например, между бизнесменами, чиновниками, между адвокатами и врачами и так далее. Где дело, в котором вы будете настолько незаменимы, там, условно говоря, незаменимы на 99%, в идейном плане, в плане опыта, навыков и так далее, что просто это дело без вашего участия невозможно. Вот в такие дела инвестировать ваше время, усилия, опыт, безусловно, нужно и можно. И эти дела окупаются. И вас очень сложно потом из этого дела выдавить, потому что, что греха таить, очень часто из бизнеса людей выдавливают, а и человек теряет деньги, время. Вот чтобы этого избежать, это должно быть дело, которое невозможно без вашего участия. Ну, когда человек – это имя, и человек-бренд, его сложно выдавить из своего бренда. Практически невозможно. Насколько я понял, то, что чрезвычайно важно найти дело, которое близко тебе по духу, которое заводит тебя, это дело будет притягивать к тебе людей, ты будешь делать его с радостью, наслаждаясь, станешь человеком номер один в этом деле. И когда я говорю эти слова, я вспоминаю Максима Козырева, который как-то сказал, что не стоит браться за то, где ты не хуже других. Стоит браться только за то дело, где ты сможешь стать лучшим. Вот насколько эта фраза бьется с вашей системой построения карьеры? Да, я мог бы под этой фразой подписаться. Благодарю вас, Глеб. Благодарю вас, Дамир, за очень интересную беседу и за интервью.